наступающим праздником нашего любимого города, великолепия. Надеюсь, что мы с вами все встретимся на городской площади 31 августа. Наша выставка, она приурочена именно этому юбилею. И надо сказать, что работники музея работали вот над тем, чтобы вы увидели сегодня, на протяжении целого года. Вы увидите и познакомитесь с работами очень многих мастеров своего дела. Я думаю, что те люди, которые откликнулись на наше обращение и направили в наш адрес свои работы, они, конечно, заслуживают особых аплодисментов и большого-большого спасибо. Давайте поаплодируем. Александр Городницкий, известный океанограф, поэт, ленинградец, написал песни об Игарке. Они прославили нашу маленькую Игарку на всю страну. Это песня «Снег». Деревянные города, если кто-то знает и помнит это. И поэтому в Игарку всегда стремились все. Вот Альбина Александровна сказала, что отозвались люди. Они не просто отозвались на предложение выставиться, а многие с энтузиазмом приняли это, особенно люди старшего поколения, более старшего. Потому что старенького здания, которое лелеял Александр Игоревич. И если говорить вообще о выставках, то это первая выставка в Игарке, они были, конечно, у которой будет свой каталог. Будет свидетельство того, что она была. В каталоге будут биографии всех участников, художников, наших художников местных. То есть мы попробовали вот за эти маленькие, в общем, деньги собрать все-все-все в одну книжицу. И о выставках. Всегда художники в Игарке сами себя поддерживали и выручали друг друга. Вот в 76 году была последняя и интереснейшая крупная выставка в клубе моряков. Она была организована Владимиром Ивановичем Бичевым, художником из Омска, работа которого теперь у нас в музее. Он 2 года жил в Игарке, сплотил игарских, сообщество игарских художников вокруг себя. У него была студия здесь. Ну, вот я была еще подростком на этой выставке, училась в художественной школе, и мы ходили с нашим преподавателем. Но это было нечто, конечно, удивительное. Было очень много работ, еще и игарские там участвовали авторы. И вот представьте, 76-й год и сейчас, 2019 год. С тех пор, конечно, только в музее проходили небольшие выставки, знакомства с поступившими работами, новыми, купленными или подаренными. Так что можно сказать, что вот два этих, ну что ли, события, они теперь какой-то ниточкой связаны. Услышат люди другого плана, поймут, что у нас огромная коллекция уже для Игарки, она просто очень большая собрана. И этим надо пользоваться и радоваться этому. У нас есть что показать людям. А условия, к сожалению, всегда очень стесненные. Ну вот, все, что я хочу.